Всем привет, ребята, с вами я, Владукс, а сегодня мы с вами поиграем в Skywars на севере под названием Кубкрафт. Вот, я снимаю ролики, трачу время, нервы и все вместе, да, и вот. И как бы, ну, ролик набирает 50 просмотров. Что это такое? Это ноль, реально. Потом, пожалуйста, возьмите, проявите активчик, нам мы с вами берем и залетаем в Skywarsик, старый добренький, вот. Погнали! Кстати, смотрите, мы с вами попали сразу на новую карту. Там, короче, было написано, что здесь хэллоуинские карты появились, и это новая карта. Новая карта в честь будущего Хэллоуина. А, вот, такого вот праздника крутого. И поэтому сейчас мы с вами протестим, конечно же, эту карту, и постараемся всем показать, кто здесь батя. Ну, в плане, я, да, кто не понял сразу. Поэтому я хочу реально увидеть, пожалуйста, от вас активчика. Ну, это много лайков там, конечно же, да, миллион подписчиков желательно в день. И тогда вот вообще кайф. Мы с вами берем, сейчас летим на центр, и надеюсь, что меня никто не скинет. Да? Так, хорошо. Лут, найс, лут, найс. Так, и. Все, мы с вами берем, и, в принципе, это все забираем. Так, бежим к челу, смотрите, мы видим там чел, у меня есть три яблочка, это, в принципе, норм. Меч нормальный меч, все, кайф. Я съем, пожалуй, одно. И давай! А это у него донат легенда или что это? Опа, если он донатер, то я хочу развалить донатера. Я думаю, у него яблочка-то не было, да? У тебя же не было яблочка? Ну да, не было, лошара. А можно я сломаю? Сломаем, хорошо. И, в принципе, здесь по луту, ну, нормально было. В принципе, для первого раза неплохо, для такой вот охоты нашей. Так, надо пойти теперь к центрику. Охота на ведьм начинается у нас с вами, да? Надо пойти на центр и там найти еще ложков. Там найти еще ложков, которые мы с ним покажем, кто здесь батя. Да. Так, давай. И меня здесь никто не ждет. Кайф, даже удивился. Ладно, хорошо, пока здесь никого нет. Я пока полтаю здесь. Да, оп. Так. Нет, это фигня, но я себе, пожалуй, заберу. Потому что чилища прибегут, заберут эту вот фигню, и этой фигней мне лещей дадут. Поэтому не. Опа, на это, а вот это уже интересно. Это уже по моей части. Давайте им поможем. На! Получай. Я буду всем мешать. И этому мешать, и тому мешать. По одному бахнул, по второму бахнул. Так, сейчас по этому бахну. А он упал? Реально? Ой-ой-ой. И вон последний челик там, смотрите. Там последний челик, давайте к нему построимся или что? А он к нам прибежит сам или... Блин, ладно, он какой-то лох, я хочу к нему простроиться, потому что чувствую, что он будет бежать к нам миллион лет. Поэтому я беру, строюсь аккуратненько. И вот он. Сейчас будет решающая каточка. Раз. Ты чё, офигел, чел? Чел! Победа всего с 2 киллами. Я думаю, это мало, поэтому давайте с вами пойдем в еще одну каточку и опять ебанем победу. Погнали. Нас вас лайкосики. Короче, мы с вами спавнимся, и это, походу, еще одна хэллоуинская карта, потому что раньше я на такой карте явно не играл. Ё-моё, ладно. Хорошо, карта выглядит неплохо. Найс, такая карта. Так, и, в принципе, мы с ним переоделись. Теперь у меня, кстати, меч такой херовый. Это прям, да. Ладно, я хочу этого чела меч забрать. Мне все равно. Все, иди сюда. Сейчас я у тебя заберу меч твой. А у тебя топор. Алмазный топор. Эй, сейчас заберу. Еще у тебя алмазный этот грудак заберу твой. Кто? Я думал, здесь кто-то простроился, а мне показалось. Ладно. Я же не попал! Найс. Так, все. Мы с вами берем, одеваем вот это и топорчик, который себе, пожалуй, заберу. Потому что это теперь мое. Так, я съем хлебушка едим. И идем к тому челику сзади. Он пока даже не знает, что сейчас он увидит свою смерть. Почувствует запах моего алмазного топора. Да! Получай, чел. Да. 0.5! У меня тоже было 0.5. Я сейчас сам сделал такой посос, бы. Ну не, нормально. Живем. Так, мне еще надо. У него ничего не было крутого, кроме, конечно же, яблочек. Яблочки мы с ним берем. И вижу там чела. И, в принципе, это. Что так залагал-то? Так, я сейчас беру аккуратненько, осторожненько мы с ним берем и строимся вот так вот. Строимся. Вот так вот. Все. Не понял. Быстрее, спускайся. Так, мы с ним берем осторожненько, вот так вот сюда. Найс. И ой. Так, чел. Раз, два, давай еще. Так, я сейчас возьму, съем, пожалуй, яблочко.
упал к нему, и у меня реально хп мало. Эй, у меня очень мало хп. Я спрыгнул, у меня реально мало хп осталось. Ну ладно, у него меньше. У него меньше хп, поэтому мы его развалим. И где еще один чел? А вон сверху, да? Ну да ладно, пусть спрыгивает. Пусть спрыгивает, думаю, что он сейчас хп потеряет миллион, пока спрыгнет. Вот, а там, кстати, можно упасть, лол. Там, кстати, можно упасть, поэтому я буду, пожалуй, поосторожнее. А вот это мы с вами переоденем. Переоденемся. Ой-ой-ой, сейчас буду жесткий. Чел, спускайся. Чел, спускайся ко мне. Давай. Так, в принципе, ну здесь больше ничего такого нет, честно. У него ничего больше нет. Поэтому ладно, я думаю, яблочки мы с ним переставим по-любому. И сейчас съедим яблочки, хорошо. Чел, давай. Иди вниз. Иди вниз, чел. Давай! У меня нет больше стрел. Э! Ты что, охерел? Ну давай. Спускайся, чел. Чел! Есть! А у него. А у него что, грудака нет или не. У него грудака нет, или мне кажется? Эй! Бром, братишка! А! Давай! Сейчас я тебе дам. Сейчас я тебе по башке твоей тупой дам. Все. Мы с вами берем и получаем вторую победу на новой хэллоуинской карте. За что вы должны прожать, я думаю, много лайкосиков. Итак, вот такой вот был ролик. Я покричал, связки как-то срываю, но ничего. А слева и справа спались два видосика. Это мои видосики, которые я снимал, старался, поэтому, пожалуйста, на них тоже тыкните. Но не забывайте на этом видосике прожимать лайки, подписки, колокольчики, потому что это все влияет на продвижение Ютуба. Поэтому, пожалуйста, проявите активчик. Ну что ж, всем пока-пока и до новых роликов. Всем пока.